всех приветствуем сердечно пасхальной радости святой. Христос воскрес и свет небесный, свет ярко над землей. Он сив любовь его святая, потоком льется к нам с небес, сича ликует воскричая, Христос воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы говорим об этом без смущения. Мы в это верим, чудо из чудес, и празднуем Христово воскресение. Мы рады, что Христос Спаситель жив, что Он нас любит, милует, прощает, что двери в Царство Божие отворив, Он всех туда с любовью приглашает. Вы слышите, и 21 век сильней, чем может быть когда-то. К Христу стремился человек, и праздновать с ним связанные даты. Кругом науки, техники, прогресс. Но вот на фоне всех вопросов важных звучат слова «Воистину воскрес!» Кто на Голгофе был распят однажды, они звучат на разных языках. Для них ни строй, ни время, ни преграда, и радость появляется в сердцах, и люди поднимаются из праха. И нет важней на свете этих слов. Они как символ счастья и свободы, как солнце светит, свет Христов, завяк небесный истины народы. Христос воскрес, воистину воскрес. Аминь. Аминь.